Всем привет! С вами Айрета Хоунайт. В прошлой серии мы продолжили проходить Край Королевства, прошли Улей, при босса получили полезный амулет. И сегодня мы продолжим заниматься примерно тем же самым, чем занимались до этого. Проходить эту локацию. И я хочу что-нибудь вставить на единичку. К сожалению, на единичку мало есть чего полезного, но вот эта штука полезная, в принципе, относительно. И она больше для боссов. Можно, конечно, повонять, но плюс-минус то же самое дает. Это довольно бесполезно. Это, ну, типа либо это, либо вот это. Я выбил колючки. Колючки близни. Так. Дальше мы пока не пойдем здесь. Там все равно босс. Но есть еще места, где я не был. Во-первых, надо до Колизея добраться. Во-вторых, я хочу выход отсюда второй найти. Скорее всего, этим будем заниматься. Здесь есть еще один очень полезный амулет. Надо им заняться. А, так раз к боссу. Проход. Да в смысле ты... Охреневшая морда. Надо сильно вниз. Чудом не попал. Все еще вниз. Ой. Зараза прыгающая. Так. Ну, теперь невидимо куда-то сюда. Что здесь я не был. А я сюда и не могу попасть. Но я не был там, где скамейка другая. Там, в смысле, внутри здания. Там, по-моему, то ли мастер гвоздя, то ли что там. Да, вот эту хрень я вообще убивать не хочу. Зайдем сюда. Собственно, да. Как нашли меня здесь, на самом краю мира. Да, я знаю, зачем ты здесь. Ты хочешь, чтобы легендарный мастер гвоздя Ора научил тебя своей технике. Великий гуру гвоздей наказал нам придавать мастерство тем, кто этого достоин. Но никто не запретил мне брать за эту плату. Если ты вправду хочешь тренироваться со мной, докажи это своим гео. Да. И... Рассекающий удар. Удерживаете, чтобы собрать энергию в гвоздь. Или кнопка во время рывка для рассекающего удара. Должен сказать, что ученик ты первоклассный. То, как ты владеешь гвоздем, твое желание стать сильнее, ты напоминаешь мне моих братьев. Научил тебя всему, что знал сам. Ступай, путешественник, и дай мне побыть в одиночестве. Так. Техники я не знаю. Типа... Стоп, здесь дальше что-то есть. Нужно то, куда мне надо. Я не очень... не очень, короче, этим техникам пытаюсь пользоваться. Скорее всего, зря. Но как-то... Я не вижу из них особого смысла. Ну, за редким исключением там.
То есть иногда они помогают, но использовать их на постоянку, не знаю. О бой. Почему я не спавнюсь прямо здесь? Сразу надо, наверное, может тащиться. Возможно. О, да. Так. Блохи. Блохи. Точнее. А, еще и со стрелком. Ну да. Ага, у меня пока игнорирует. Вот как от этого уворачиваться, если... Если он прям четко в тебя стреляет, когда ты прыгаешь. Ну, вот так, конечно, можно уворачиваться. Не стоять под ним. Но... Мне этим, возможно, одни из самых... будут раздражающих мобов. Особенно убивать их с маленьких платформ очень удобно, потому что уворачиваться от этой хрени, ну, довольно сложно. И убивать их при этом. Идите в пень. Быстрый удар. Это топовый амулет. А, вот этот, да? А, он троечку стоит. Создан из неблаговидных и забракованных гвоздей, сплавившихся воедино. Они все еще жаждут обрести хозяев, позволяя чаще наносить пару гвоздем. Это очень полезная хрень. Сейчас мы, конечно, поставить не сможем. Но, в принципе, маленько подправить билд под это дело надо. Что-то обязаловка, особенно на боссах. Так, куда мне это выведет? Ага. А, у нас там еще было одно место. До свидания. А, во-первых, я хочу попробовать что-нибудь с билдом сделать. А, три оно, да, стоит. Проблема в том, что мне вот это сильно вместе очень нравится. Даже если уберу гусеничку, мне все равно не хватит на быстрый удар. Поэтому я его, наверное, только на босса буду использовать. По крайней мере, пока у меня еще не будет одно его место. Так, я хочу еще раз сюда сходить. Вот эту хрень, если я ударю. Сильные братья. Уж ничего не скажешь. А, так. Сейчас я хочу посмотреть, что с другой стороны. Не
не самый умный. Ага! Там было место, куда можно... Сюда можно еще сходить. Блин. Давай. Нет. Кусочка. Да, блин. Так, а ничего нет, случайно. Что-то я опять включил сыграть. Почему ты об шипы не умираешь? Алло. Ой. Да. Серьезно. Так, короче, сюда проще выйти перед заходом. Сейчас, секундочку. Так. Вернулся. Так, стоп, а там там еще раз были? Да. Там есть еще одно место. И, кстати, я немножко набрал в прошлом видео на тему того, сколько нам локаций осталось проходить. На самом деле их больше, потому что я забыл напрочь локацию тем Сады Королевы. Она довольно большая, и там босс очень жесткий. Я помню, если были проблемы. Собственно, яйцо пухлое. В теории может пригодиться. И теперь сюда можно вылазить. Так, ну хорошо, с этим делом мы разобрались, в принципе. А теперь мы пойдем проходить левую верхнюю часть. Так, на скамейке нет смысла. Ну, типа, можем... Сейчас дойду до того места и включу запись. Так, ладненько. Я пришел в самый низ этой хрени, ну, 15 часов самый-самый верх. Может, это не очень отличное решение делать это прям с самого низа. Ну, пофиг. Блин, что упал. В общем, локация еще одна есть. Да, ну, она абсолютно опциональная. Это путь боли. Ну, до нее тоже очень еще далековато. Что, надо деньги сходить потратить? Этих поискать. И так. А мы сюда пытались выходить? Кстати. Так. Да, пытались. Зелёно. Это что, если труп из колизея падает? Так, теперь нам надо еще выше подняться. Какие-то с этим проблемы.
Кап... Чё? Что такое? Что случилось? А. Мне опять мышка уехала. За пределы экрана. Так. Странненько. Окей. Но это немножко не то, что я хотел. Хочу посмотреть. Блин, меня вот эта вторая стена немножко смущает. Значит, с той стороны. Оп. Стоп. Ага, здесь я был. А, ну, видимо, чтобы попасть выше, мне надо идти в обход теперь. Все-таки. Окей. Возможно, я хочу даже пройти Колизей вперед Хорнет, потому что я помню, что Хорнет у меня такую боль более вызывала. Там десятки попыток было. Сейчас, конечно... Блин, хрень. Хер достанешь. Три удара на него. Не знаю, может, конечно, да, блин, ослабился сильно. Ну, я что-то там ее попытки, наверное, с 20-й убью или что-то такое. Да опять, блин! Мышка, прекрати. Надо, наверное, включать второй, ну, не второй монитор, телевизор на время, когда я записываю видос. Господи, они еще перед смертью успевают выстрелить. Это не банли? Так, мне сюда. Ну да. Так, они же на вишне самонаводятся, правильно. Так. Ну, ближе подлетай, хрень. Ну да, они, пожалуй, будут, наверное, в топе. В самом топе. В списках самых бесячих мобов. Да. Да ёшкин кошкин. Ну давай. Давайте убьем вот эту хрень. Так. Идем пока наверх. Хочу сюда сходить. Сначала. Постой, блоха. Ой, что у вас тут много. Так. Еще куча блох. Так. А, ну это то же самое по факту. Так, что еще у нас тут есть интересного, кроме птичек? Что-нибудь? Так, наверху есть проход. Мы пойдем. Тут наверху есть что-нибудь? Не особо.
А, стопов. Я снизу я пришел, да? Да. Я пришел, правильно. Так, то есть у нас есть проход на выход, скорее всего, в Колизей. А, стоп. И здесь. А, здесь нет прохода другого. Окей. Ага. Это шорткат из города слез. А это вход в Колизей. Так, здрасте. Глупыш. Ага, еще один воин нашел наш честной Колизей. Сюда приходят все, кто хочет испытать себя в полусмертельных битв. Чуть не сложно, поставь отметину на выбранной доске испытаний, готово. Тогда ворота Колизея откроются перед тобой. За шанс выслыхнуться придется мало заплатить, но я уверен, у тебя такого опытного воина полный карман Гео. Но все же, пока твой гость не обнажен, ты не врываешься в битву, я хочу дать тебе совет. У нас внизу есть воинские покои, где ждут своего часа, подобно тебе, настоятельно советую отдохнуть, прежде чем оставить отметину. Пусть тебе не будет сомнений, я сам воин хоть куда, не суди по моим размерам и нынешнему положению. Колизей манит обоих. Я скоро тоже приму бой. Сделав нос, сможешь пройти испытание воина. Нет. Не хочешь делать нос? Никто еще не обрел славы. Да. Так. Ну да, мне надо вниз сначала. Здесь есть скамейка. Ползота. Тебе-то что надо для... Тоже, чтобы здесь, чтобы потешаться надо мной. Глупцы, до вас так и не дошло, что я сам позволил заключить себе в эту клетку. Да уж, сделайте одолжение, выпустите меня в этот Колизей. Я могучий зод. Как только сверкнет в этой жизни носячий, ваш смех разом обратится в крики ужаса. Так, давайте посмотрим на карту. Так, ну в принципе, мы эту всю часть прошли. По крайней мере, то, что смогли пройти, прошли. Давай поговорим с ним. Бледное создание, стало быть, и ты тоже здесь, тоже нашел это прекрасное место. Скоро я приду в бой, только немного передохну. Мало кто равня мне в сражении, надеюсь, это место наконец испытает меня по-настоящему. Думаешь, этим щитом я обороняюсь, так вот предупреждаю, в нем сокрыт смертоносный сюрприз. Молись, чтобы тебе не довелось узреть его. Я сокрушу их всех, да, и тебя тоже, ты узришь меня во всей смертоносной красе. Так, Колизей мы сейчас проходить точно не будем. Это огромное. А, сердце. Это на несколько видео. Потому что эта штука сложная. Но сойти сюда надо было. Так, а здесь что? А здесь то, что я пока не могу ничего делать с этим. Что у меня документов нету. Так, ну что, отлично. В принципе, мы прошли основную часть этого дела. Так, хочу сейчас, кстати, смотреть, если я отсюда пойду. Еще было. Так, я нахожусь... А! А, это было сложнее. Так. В принципе... Так, стоп, я хочу кучу проверить. Сейчас в самый низ упаду. Может быть, будет проще добраться до куда мне надо добраться. Так. Надо сюда. С
кстати, да, вот здесь эту эссенцию с этих духов, которых я там собирал. Их можно собрать, ну да, отъезжая каждый раз, убить эту хрень нельзя. Ну, типа, такое себе получать по одной эссенции, там, сколько их там, 15. Вот надо быть очень отчаянным. Сейчас я поставлю на паузу, и мы еще сделаем несколько вещей, которые мне надо сделать. В общем, мне опять пошел по пизде ОБС. Короче, что я сделал? Я всего лишь пошел купил два амулета. Вот. А тут уже одну скобку силу. Что такого? Надо их теперь проапгрейдить. Ну, в принципе, вот эти два точно. Жадность. Может, сначала проглядеть жадность, чтобы было проще поймить. Что я, наверное, сделаю. Вот. В общем, в следующей серии мы пойдем проходить DLC сначала. Потому что я хочу, прежде чем двигаться дальше куда-либо, получить вот этот амулет. Мне надо 15 тысяч кило. Вот. Ну, в смысле, нет амулета, его улучшенную версию. Вот, так что буду этим делом заниматься. Вот, и, в общем-то, в общем, все. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. И до новых встреч. Всем пока.